Полицейские набережных Челнов задержали браконьеров на особо охраняемой зоне Камы. Двух мужчин подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. По версии стражи порядка, задержанные ловили сетями рыбу без специального разрешения. Помимо 16 сетей различного вида и других орудий лова, у них изъяли 52 рыбы. Сейчас нарушителям грозит срок до 2 лет лишения свободы.